современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей, конечно, их родителей, но и приоритетам развития нашей страны. Ориентироваться на те направления, которые станут актуальными в ближайшие 5-10 лет. Воробьевы горы – действительно уникальный комплекс. Здесь все, здесь и здания, и стадионы, и ландшафтные всякие объекты. Хочу отметить, что в целом по стране вот это кружковое движение сейчас переживает подъем. В каждой школе обязательно должно быть как минимум 5 бесплатных кружков, такие как шахматный, спортивный, литературный, музыкальный, научно-технический. Очень важный вопрос – доступность дополнительного образования для наших детишек-инвалидов из СОВЗ. Мы выделили дополнительное образование в отдельный приоритетный проект. Создаем новую модель этого образования. Ядром этой модели должны стать детские технопарки. К концу года их будет не менее 40. В кружках, в секциях детям помогают с самого раннего возраста раскрыть свои способности. И они начинают понимать, кем бы они хотели стать, когда вырастут. Мы сегодня, конечно, говорили откровенно и конструктивно по всем вопросам. Это диалог равноправных партнеров, у которых общий настрой на развитие добросердечных отношений. И подписанные сегодня документы – хороший стимул для такой работы. Спектр соглашений и возможности очень широк. Это и энергетика, и горнорудное дело, и промышленная кооперация. Впервые было подписано соглашение в области фармацевтики. Обсуждали и вопросы аграрной кооперации. И, конечно, затронули такую важную гуманитарную составляющую наших отношений, как образовательные проекты, о чем сегодня тоже было подписано соглашение. Все те направления, о которых мы договорились, должны быть обязательно реализованы. И, смею вас уверить, российское правительство предпримет все необходимые шаги для этого. Мы подробно обсудили, какие новые проекты могли бы быть положены в основу нашего сотрудничества. Часть из них действительно зафиксирована в новых соглашениях. Это и энергетика, и развитие контактов в области сельского хозяйства. Мы рассчитываем наращивать поставки зерновых. Марокко будет поставлять свои прекрасные фрукты. Очень интересным является такое направление, как туризм. С 5 года для российских граждан действует безвизовый режим. По всем этим направлениям мы, безусловно, продолжим работу. Важно, что сегодня развиваются партнерские связи между университетами наших стран. Тем, кто интересуется изучением русского языка и русской культуры, открыт доступ не только к существующим книгам, кафедрам, которые занимаются этими вопросами, но и к новым формам обучения, включая специальный портал, который посвящен образованию на русском языке. Хочу пожелать всем студентам, всем преподавателям исключительно интересных исследований, новых проектов, новых научных открытий, в том числе, и я на это очень рассчитываю, в кооперации, в сотрудничестве с российскими университетами. Я подписал постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства». Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился и при этом застройщик уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд. Устанавливаются требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда, с собственными средствами не менее 25 миллиардов рублей. Определен порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам. Утверждены правила, по которым фонд защиты дольщиков будет финансировать завершение строительства недостроенных домов. Ну и, наконец, сформирован наблюдательный совет фонда. Председателем наблюдательного совета будет вице-премьер Сергей Эдуардович Приходько. На рынке долевого строительства действительно нужно наводить порядок. Само понятие «обманутый дольщик» должно остаться в прошлом.